Привет, подписчики, зрители моего канала, снова как стоят бургер. Сегодня мы сыграем Standoff 2 в новый режим, только диглы, то есть тут что-то будет на диглах связано. Вон, только десект дигл. Начнем. Так, во-первых, блин, почему? Я и зашел не за того. Наверное, за террористов лучше там скин на дигл. Ну ладно, так сойдет. Так, что тут вообще, какая цель? Походу только на диглах мы сражаемся, да? А, нет. А, да. Мы тут сходим только на диглах, на которых здесь... О! Блин, почти умер. Вот у него тут такой вот скин, как у него сейчас. Ладно, попробуем сейчас этот бой. О! Есть один... Так, один килл есть. Ну, пацаны, мне так будет легче играть, потому что я так... Немножечко... Не очень натренирован, конечно. Ну, натренирован примерно, хоть как-нибудь. О, там у нас там можно за эту ниточку залезть. Оп. Ой. О, а тут только есть скин, оказывается. Надо такой скин поискать, дигла. На дигла. Может, такой скин подешевле. Потому что я еще сэкономлю. Так. Что-нибудь в подлете. Блин, с ножа убили. Так, и теперь... Ты чего сейчас? Ой, блин, он тут. Понятно все с вами. Так, значит, у нас пока мы идем нос к носу, у нас... А, они выигрывают нас. Ай, меня убили. Понятно, мы же... Я же как, я не умею играть на диглах. Я только вот могу... Сейчас он этот... А, вон он где он. Надо просто пойти. О, напрямик я пойду. Ай, убили. Так, теперь... О, надо сюда зайти. На! На. Ой, почти, я же в него попал. Блин, не зачитался. Блин, в смысле? О! Это прикольно будет. Вот вы хотели, чтобы я снял видос на диглах? А, я его снял уже. Блин, я немножечко опоздал на время. Ай, блин. Так, надо тащить. Стоп. Есть. Сейчас мы так, давайте кого-нибудь в прыжке. А, никого там не было. Ну, было бы круто. Блин. А, так. О. Так. У нас Рико. Из Брау Старса. Так, давайте. Ай, убили. Мы выиграли. Блин, 12 киллов. Почти еще пару киллов не хватало. Точнее, вообще одного килла не хватило. Ладно, всем удачи и всем пока.